Здравствуйте! Наш проект «Моя семья, моя радость». Семья – это самые близкие и родные тебе люди, которые тебя любят, которые тебя учат и поддержат любую минуту. И в трудной ситуации, даже на расстоянии, когда мы говорим слово «семья», перед глазами возникнут родные лица – мамы, папы, дедушки, бабушки – это те люди, с которыми идешь рядом по жизни, которых заботишься, о которых думаешь и можешь положиться. В трудную минуту поддержишь помощь другими словами. Семья – это опора, надежный тыл, который нужно беречь и охранять. Семья – это уважение, любовь и забота. В семье друг другу помогают. В семье друг друга поддерживают. Однажды твоя мама и папа встретились, познакомились, полюбили друг друга. После этого они решили пожениться. До свадьбы они называются жених и невеста, а после свадьбы мужем и женой. Свадьба – это обычай, когда люди соединяют свои судьбы. Это днем называют рождение семьи. Его отмечает каждый год, когда рождается ребенок. О нем заботятся мама и папа, и вся семья помогает в этом. Родители воспитывают своих детей, учат быть их добрыми, умными, честными, смелыми. Дети, когда вырастут, тоже будут папами и мамами. Семья состоит из близких и дальних родственников. Близкие – это мама, папа, сестра, брат, дедушки и бабушки. Дальние родственники – это тети и дяди. Тетя – это сестра мамы или папы, а дяди – это братья мамы или папы. Самые уважаемые люди в семье – это бабушки и дедушки. Они вырастили своих детей, маму или папу, теперь помогают воспитывать внуков. О них в семье заботятся. Чтоб в семье был лад, нужно уважать интерес каждого. Чтобы не огорчать взрослых, нужно послушиваться к советам, не капризничать. А если у кого-то плохое настроение, с помощью волшебных слов его можно исправить. Растает льдина глыба от слова «спасибо». Зазеленеет старый дым, когда услышишь «добрый день». Когда бронят за шалости, говорим «прости, пожалуйста». Порадовать родных хорошими поступками и делами. Помыть посуду, убрать дом, помыть полы. Вот сколько добрых дел можем сделать. Что такое семья? Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это праздник, семейные дары. Семья – это труд, семья – это сложно. Но одному жить невозможно. В семье друг друга любят, и обиды, и ссоры подальше гонят.